Сегодня у нас в гостях необычный человек, настоящий волшебник, социальный предприниматель Александр Шевченко. Он посвятил себе работе с детьми и заботе о детях. И сейчас мы узнаем, как именно. Здравствуйте. Добрый день. Саш, когда мы... Ну, во-первых, я хотела бы сказать, что мы с Сашей знакомы больше 10 лет, и наше знакомство было связано с защитой прав детей и сирот от поползновений недобросовестных граждан на их имущество, пока дети находились в детских домах. Я помню, это были очень такие трагичные истории, когда мы сопровождали этих детей, буквально ездили, отбивали их у черных нотариусов и других, можно так черные сказать, да, чер да, черных риэлторов. А, расскажи, пожалуйста, потому что я не знаю весь этот опыт, да, я помню а, пять историй, как минимум, а, с чего началось, как вовлекся в эту а, работу, и чем, в принципе, закончилась. Вот у нас все. В, городе, в городе существовала программа по социально-психологической адаптации выпускников детских домов. Вот. То есть я там занимался социально-психологической подготовкой, а юридическими делами занималась другая женщина. Но в какой-то момент она просто пришла, передала мне дела и сказала: Вот как бы. Материалы, ты мужчина, ты разбирайся, вот. А я женщина и, в общем, это самое, то есть пришлось заниматься самому, вот, потому что там, как бы, да, то есть и, и во что называется, ко мне приезжали, и меня караули говорили, то есть сколько тебе дать, чтобы ты просто от этих вот дел отказался, то есть, ну, было такое, да. квартиры возвращены? Да, квартиры. Да, квартиры все возвращены, то есть есть решение суда, то есть которое четко закрепляет жилье за детдомскими детьми. Да, я, я тогда помню, были значительные упущения со стороны работников самих детских домов, которые не контролировали, Совершенно не верно. ставили на учет э, это имущество, а в некоторых случаях даже присваивали себе, по-моему, выплаты, которые государство платило этим детям. То есть там сейчас наведен более менческий порядок. Вот, честно скажу, как прошло там, это было лет, по-моему, 12-13 назад, да. то есть, как, как сейчас, не знаю. Но вот после того, то есть, да, были прокурорские проверки, которые навели тогда порядок. Угу. Вот. И по крайней мере тогда ситуация стабилизировалась. То есть как сейчас, ну хорошо проверить на всякий случай. Да. А параллельно с этим а, ты, можно сказать, с нуля поднимал а, летний лагерь, в котором а, отдыхали помимо детей а, на платной основе также дети из малообеспеченных сирот, дети инвалиды и те а, дети, у которых у родителей или у опекунов которых нет средств, позволить детям как-то отдыхать летом. А, и, насколько мне известно, твоей основной задачей было привлекать в качестве своих помощников, вожатых и других работников лагеря именно молодежь, чтобы она училась общению с детьми, заботе. То есть ты как бы своего рода заботился о маленьких детях через приобщение к труду с ними молодежи. Вот, может быть, есть какие-то интересные истории о том, как, может быть, пары сложились да, из этих молодых людей. Некоторых вожатых я помню, потому что э, я с ними общалась даже. Как это все происходило? Как отбор проходил? То есть, где адекватных искал? На всякий, всякие же, наверняка попадались. Ну, лагерь он существовал еще до этого. То есть, лагерь с далекого далеко, 98-го года. Существует, то есть, вот ему уже, получается 24 года, будет вот 25-е лето. И действительно, то есть вот первым вожатым, которые в конце 90-х, в начале нулевых работали, им сейчас уже за 40 лет. Вот. Были и вожатские пары, которые складывались, то есть в семьи. А, но вот, к сожалению, как-то как, как вот дальше этого не пошло, потому что все-таки вожатые, это молодежь такая, очень шустрая. А вообще, да, в лагере мы обязательно каждый год делаем один заезд, то есть для детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей. То есть приезжают и дети-колясочники, и дети с ДЦП дети с нарушением слухового аппарата, то есть, ну и просто дети из малообеспеченных семей, то есть, чьи родители не могут позволить себе поехать в лагерь, а, потому что я считаю, что в этой жизни надо делать хорошие правильные дела. У нас очень многие люди сейчас в Казахстане заняты, думают просто о том, как денег заработать. Вот. При этом, на чем и каким образом, это не очень важно. Мне этот подход не очень нравится, я считаю, что если ты сделаешь в жизни что-то очень классное, реально классное, чтобы ты сам, сам мог гордиться, тебе не надо это продавать, тебе и реклама не нужна. То есть, люди сами придут. И будут сразу желающие как бы сделать это хорошее. То есть, ну и, соответственно, то есть, когда приходят вожатые, когда им начинаешь говорить, что, ребята, надо делать классные вещи, а если кто-то говорит, блин, да надо бабла нарубить, ну, сразу понимаешь, что это не тот человек, который должен работать с детьми в лагере. Угу. Поэтому, вот, как какой так? процент отсеивается? Вот какой процент идет исключительно для того, чтобы заработать, и неважно, честно, что придется. Честно, делать? скажу, Фантастически, вот у нас отборы примерно так, что на, одно, на одного вожатого, которого берем, то есть человек 10-12 отсеивается. То есть, потому что нынешняя молодежь, в нашем обществе заданы неправильные талоны и неправильные критерии для молодежи. То есть молодежь, которая сейчас студенты вузов и колледжей, да, они летом приходят не с желанием сделать что-то классное, даже не с желанием развиваться, что это будет ступенька там, в дальнейшей их карьере. То есть они приходят, типа, ну давайте мы как-нибудь там денег заработаем, и все равно на чем. Можно на детях, можно промоутерами, да, можно там в торговле, то есть, можно официантами, то есть все равно на чем. А когда говоришь, что это дети, что с детьми надо работать так же хорошо, как и со взрослыми, только еще лучше. Они так смотрят на тебя понимающие. То есть, ну и понятно, что коннекта не возникает. То есть проходят те, которые действительно понимают, что в жизни надо делать классные дела. То есть делаешь классное дело, и очень много желающих, которые захотят тебе заплатить за твое классное дело. Угу. То есть получается, что а, вот у этой самой молодежи а, задача которой сиюминутно что-то заработать, а, без а, каких-то зачатков, скажем так, да, карьерных на будущее, они а, даже особо не заморачиваются, а что они будут делать с этими детьми в этом лагере. А может быть, там будут какие-то трудные детки, да, или будет какая-то серьезная программа, или что у вас какой-то а, какой особый подход, допустим, с психологическим уклоном, чтобы дети чувствовали себя комфортно. Совершенно верно. То есть у нас, к сожалению, нынешняя молодежь, она не задается перспективами, что они будут делать в своей жизни там, через год или через пять лет. Для толковых продвинутых ребят лагерь действительно это ступенька вверх. Ступенька в их развитии, ступенька в их карьерном росте. Но очень многие приходят с установкой, я не знаю, что я буду делать в эти выходные, а вы мне спрашиваете, что я буду делать там, через год или через два. Uh -huh. а при этом, как я уже сказал, то есть вот в первом вожатом лагере уже за 40 лет, да, я смотрю на тех ребят, которые там в конце 90-х, в начале нулевых зажигали. И смотрю, у кого как жизнь сложилась, uh -huh. а, у кого-то жизнь сложилась очень хорошо. То есть для них действительно лагерь стал ступенькой наверх. То есть уже опыт вожатого это бесценный опыт. То есть он решает очень много реальных задач, а не учебных. Да, и потом Терпимость. он этот опыт может интерпретировать в, в, в дальнейшее. Свое. То это, это, во-первых, это ориентация на задачи. То есть, да, если есть проблема, то есть идешь и решаешь. То есть, никто другой за тебя не сделает. То есть это как, как да, элементарные вещи. Ответственность. Ответственность. Да. как долго не спать. Потому что детки, да, они как бы тоже хотят ночью тусить, да, а утром тебе просыпаться рано. Вот, это придумывать всякие креативные идеи, которые надо выступать на конкурсах. Это, это дисциплина, то есть как организовать отряд, как построить трудных детей, чтобы они делали то, что надо. А, воспитательная работа. Потому что подростки, они все равно, то есть подростки, дети, не смотрят на вожатого, который старше, грубо говоря, там, на 5-6 лет. То есть не подходят, а что мне делать, и как мне быть? А у меня сложности в семье, у меня сложности там, в отношениях в школе. У меня там в личной жизни, как одна девочка сказала, дядя Саша, я люблю его уже давно целых четыре дня. Это, конечно, мило, да, но... И задача дяди Саша сделать так, чтобы... Задача вожатых. Задача дяди Саши подготовить, а задача вожатых, чтобы эти проблемы решили. И вот те, кто эти проблемы хорошо решал, то есть для них действительно лагерь был ступенькой вверх. Ступенькой в их развитии личном, самопрофессиональном. А те, которые вот тогда в конце 90-х начале нулевых приходили, то есть тогда отбор был не такой жесткий, как сейчас, а теперь уже там наученный горьким опытом, что называется, да, я смотрю, то есть, ну, там, женщинам, мужикам, там, ну, по 40-40 по 40 с небольшим. И смотришь, как у них жизнь сложилась, И так хочется сказать, что ребята, лекарства от похеренной жизни не существует. Угу. К сожалению, да, и такое что? тоже есть. Что какое... Какой курс они проходят, прежде чем, ну то есть как, как вообще проверять их на адекватность, да? Может быть с виду нормальные? Да, под подготовка вожатых, подготовка вожатых, то есть да, на собеседование приходит, там, показать себя за 15 минут на собеседование большого труда не надо. Вот подготовка вожатых, она занимает примерно 70 часов. Uh -huh. Вот в течение 70 часов, то есть ребята учатся, какие игры проводить. Какие, какие конкурсы, то есть, чего можно, чего нельзя, то есть как организовать отряд, как создать а, рабочую атмосферу, то есть, как построить дисциплину, что делать с трудными детьми, то есть, как оказывать первую медицинскую помощь и так далее и тому подобное. То есть это 70 часов там, не лекции, а тренингов, и в результате, как бы, вот, пока это все проходит, ну, процентов 50 отсеивается, которые проходят собеседование, потому что если смотрят говорит, что-то у вас совсем сложно. Как сказал один парень, а он до этого работал в другом лагере, называть не буду какой, потом пришел к нам, посмотрел. Что-то у вас тут совсем все серьезно. А, то есть некоторые считают, что раз лагерь для детей, то, соответственно, можно по остаточному принципу вкладывать свои собственные силы. Да. Ну типа дети не требуют много да, физических да, да. Дети, и, дети, и, и, дети и взрослые, да, то да. есть можно там детей куда-нибудь отправить, самому сидеть в телефоне, что там с ними не важно и так далее. То есть, ну... К сожалению, да. Да, я еще, насколько знаю, вы в своем лагере отбираете телефон. Ну, в смысле, не даете детям зависать в гаджетах. То есть, там, лагерь не заключается там, в том, там чтобы... Там принцип, да, немножко другой. То есть, вожатый у нас, когда заходит в лагерь, он должен знать минимум 15-20 игр, которые может провести с детьми. И когда вожатый постоянно проводит эти игры, то здесь правило шестой минуты. Если игра или конкурс закончились, да, у вожатых есть 5 минут, чтобы начать игру. На шестой минуте первый раз предупреждают, дальше штрафуют. Если вожатый знает 20 игр и постоянно занят отрядом, сотовые телефоны, они реально валяются по лагерю. То есть наши вожаты интереснее, чем сотовые телефоны. То есть кто не верит, может приехать и проверить. То есть это как бы, ну, вожатые потом ходят, собирают сотки, говорит, нашли. Какие-то необычные дети э, приезжали, вот, может быть, за которыми нужен был какой-то особый уход или какие-то чересчур э, требовательные, капризные. Ну вот обычно так вот я когда вот рассказываю про сложных детей, которые могут быть в отряде, да, то есть там бывают какие, очень редко, ну вот за лето один-два, то есть приезжают совсем отмороженные дети. То есть, просить за сленг, то есть это вот те, которые такие вот будущие малолетние преступники, которые ну, вот, живут в этой среде, да, и вот они вот приезжают в лагерь. А, ну, таких немного. Как, ну, их, да. как они социализируются с остальными ребятами, то есть и кем они уезжают там, из лагеря? Там обычно задача вожатого такая, то есть такого ребенка надо в самый первый вот час в лагере очень четко предупредить, что за нарушение дисциплины он будет сразу отправлен в город. Вот. И обычно, то есть вот когда такой ребенок понимает, что ответственность неизбежна, он держит себя в рамках, вот по крайней мере вот во время сезона. Некоторые из них там потом пытаются раскрываться, то есть некоторые говорят, что больше никогда мы в этот лагерь не поедем, потому что ну, вот, слишком, слишком там все строго. А куда больше детей, которые просто избалованные в лагерь приезжают, которые там не заправляют постель, потому что это делает гувернантка, а, которые привыкли, что все их там желания исполняются по первому требованию, которые там, ну вот совсем избалованные дети, то есть родители, то есть, да, с такими, конечно, будет посложнее, то есть им приходится как бы объяснять на практике, что ребят, ну дома вы одни, а здесь вот намного больше. И а, такие дети, там очень сильно влияет коллектив, то есть когда, ну, условно говоря, да, там четыре человека в комнате, все просыпаются и кровать заправляют. Ну, так, а а, 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 а что твоя кровать не заправлена? Когда все заправлены, твоя нет. Ну и, собственно, достался, да, то есть дети четко учатся по подражанию. И возвращается совершенно другой человек. Да, да, кстати, вот дети. У нас есть дети, которые там действительно приезжают на все лето, на все сезоны, то есть в течение нескольких лет, которые буквально выросли у нас в лагере. Вот. И сейчас, сейчас уже отправляют детей, сами уже своих детей к нам в лагерь отправляют. То есть, да, вот, ну, в это лет таких, наверное, человек 10 было, которые у нас отдыхали, либо работали. В это лет они уже сами своих детей отправили. А есть просто очень активные дети, то есть, у которых очень много энергии. И для них, то есть, пока остальные дети соображают, что сделать, этот уже придумал, сделал и сидит, не зная, чем заняться. Ну, я всегда вожатым говорю, вот таких надо грузить. То есть он у тебя в отряде будет отвечать за культурную программу, за накрывание в столовой, за то, чтобы проверить комнаты, за то, чтобы там собрать отряд и так далее. То есть вот ты его грузишь, то есть, потому что энергия у него через край, эта энергия она может тебе мешать. Потому что он не знает, чем себя занять. Но если он будет загружен, то все нормально. Он будет справляться. Бывают дети очень закомплексованные приезжают. То есть, ну, в силу там, воспитания или какого-то опыта. То есть, э, дети, которые очень скромные, дети, которые очень закомплексованные. То есть, ну, их надо раскрывать их надо раскрывать, то есть находить какие-то таланты, часто нетривиальные. то есть за этот талант цепляться, то есть и пытаться вывести их, то есть чтобы они развивались дальше. С государством идет какое-то взаимодействие в плане того, чтобы регулярно отдыхали дети, в том числе и с физическими недостатками? Ну вот, допустим, а как вот ребенку на коляске инвалидной, да, купаться в бассейне или играть в те самые игры, которые придумывают вожатые. Для них нужна особая программа. Да, совершенно верно. Может быть, есть какие-то предложения или какое-то сотрудничество, может, меморандум с госорганами? Нет, мы делаем вот этот, мы обязательно каждый лето проводим один благотворительный заезд. Но этот заезд, он, что называется, в лагере получается бесплатная база, бесплатная работа вожатых, то есть на питание, то есть люди в частном порядке просто скидываются, вот кто, кто сколько может, то есть на организацию питания. Вот. А сама база и работа вожатых, то есть она идет бесплатно. То есть это вот наши, наши правила в течение, наверное, последних, наверное, лет 6-7, да больше, наверное. Вот. И растет количество таких детей, которых бы родители хотели вот, отправить, отдохнуть? Конечно, конечно же, потому что вот у нас ну, немногие лагеря то есть берутся работы с детьми, которых там, скажем, ДЦП, или которые инвалиды, да, или которые с сахарным ну, диабетом, нет. да. То есть здесь есть, да, есть лагеря, которые тоже берутся. Но таких лагерей немного, потому что действительно с такими детьми сложнее. Там надо готовить отдельную программу, то есть, под них, под них надо специально как бы, готовить отдельно заезд, то есть, чтобы это было как, как положено, то есть, с учетом их особенностей. Угу. Понятно. Еще один проект, да. Вот, э, про лагерь мы говорили: это, так сказать, лет, летняя занимательная программа. А не менее потрясающее это вот перед Новым годом, это Деда Мороза и Снегурочки. Точно так же я знаю, что Деда Морозы и Снегурочки ездят перед Новым годом по семьям с малым достатком или в детские дома и дарят свои подарки и делают классные программы и так далее. И тоже Деда Морозами и снегурочками работают молодые люди. В основном вожатые. Да, в основном, в основном те в основном же самые годы, ваши да. вожатые. Да. Как вот как вы придумываете, да, чтобы показывать детям? Потому что я насколько знаю, никогда программа не повторяется. Всегда она да, особенная. Каждый год мы пишем новую программу, да. Да, потому что очень часто Деды Морозы ездят к одним и тем же детям, и, естественно, они помнят, что было в прошлом году. Как удивить? Где берете фантазию? А Какие-то, может быть, и волшебные истории были, потому что все-таки Новый год это такой особенный Важатый. праздник для детей. Да. Вожатые у нас люди креативные, то есть они, особенно те, кто учится на журфаке, те, кто учится на филфаке, то есть они с удовольствием, то есть пишут сценарии, с удовольствием готовятся. Вот буквально завтра, послезавтра поедем, присоединяйтесь, то есть вечером, то есть пойдем поздравлять детей инвалидов, детей из малообеспеченных семей, потому что, к сожалению, в городе, несмотря на то, что Алмата очень не бедный город, скажем так, да, но есть семьи, которые живут прямо за чертой бедности, все очень сложно, все очень плохо. Вот, то есть, да, мы в обязательном порядке, то есть перед Новым годом поздравляем не только коммерческие, когда вот, не только коммерческие проект, то есть когда Дед Морозы приезжают, то есть и за деньги поздравляют, но дети инвалиды, то есть дети из малообеспеченных семей, то есть они всегда поздравляются бесплатно. А были какие-то вот заказы такие к необычным людям? Ну, например, вот, например, э, э, дети решили поздравить свою э, маму, бабушку, да, то есть, ну, условно говоря, Деда Мороз со Снегурочкой приехали не к детям, а к бабушке. Вот, Или да, компания, которая скучна и у, и у которой нет в данный момент детей, но она решила для себя, так сказать. Ну, я скажу так, практически каждый год звонит кто-нибудь. Говорит, а можно нам Дед Мороза на 31-е? Нас вот тут вот пять подружек собралось, а мужского внимания не хватает. Можно нам Дед Мороза? А лучше двух. Мы, говорит, оплатим просто, чтобы компания была. И что, отправляете? Нет. Нет, Дед Мороз занят в основном детскими елками, то есть, да, вот туда уж, как бы приходится отказываться. Но если есть спрос, может быть, пора организовать и таких Дедов Морозов? я знаю, что в России появилась услуга «Собутыльник на час». Ага. Да? Но, но боюсь, что я уже слишком стар для подобных проектов, то есть, чтобы организовывать людей, которые бы там но людей а развлекали. Все-таки бывало такое, что вот а, поскольку в течение дня ездят поздравлять, что к концу рабочего дня, так сказать, не совсем нет, трезвые нет, возвращались. У нас, у нас как бы так, то есть, если, не дай бог, кто-то из Дед Морозов позволил позволился выпить, значит, бригада сразу снимается с остальных заказов, то есть, и Дед Мороз зарплату свою не получает. Поэтому, очень строго. Да, очень строго, то есть, поэтому даже вот 31 числа, когда вот, день последний, вот они в офис когда приехали, отчет сдали, вот тут уже открывается шампанское, тут уже все как положено, то есть, вот можно отмечать Новый год. То есть, есть работа, есть развлекуха. И одно с другим, то есть, ну, лучше бы не смешивать. Угу. Какие-то забавные истории были с детьми, ну, необычные песни, стихотворения. Ну, было так, лет, наверное, шесть назад. А сейчас Акжар считается уже городским микрорайоном, да, а тогда это был еще поселок. И, значит, там заказ а, приезжают значит, ребята, значит, заказ вроде отработали все, выходит Дед Мороз, смеется нее снегурочка вся красная, красная, как помидор. Что случилось? Ну, что говорит? Большая говорит семья. То есть, говорит, там детей, говорит, человек шесть. И говорит, мальчишка, то есть, куча, говорит, родственников. А мальчишка, говорит, лет шесть. То есть, расскажи, что Дед Мороз, он становится, значит, на табуретку и вещает. Мы народ восточный, любим баба сочный. Худой попадается, тоже не срывается. Дед Мороз. Отпад, да, снегурочка красная стоит, не знает, что делать, что говорить. Родители, папа смеется, женская часть тоже не знает, как на это реагировать. Вроде ребенок стишок Дед Морозу рассказал, ему подарок надо дать, да? А за такой стишок, наверное, выпарить надо, да, вот когда 5-6 лет такие стихи. Ну, как-то так. Вот. Да, и вот еще один очень классный проект, который, я так понимаю, совсем молодой. Из всего, что да, вот он, ты вот делаешь? Он два, два, два года, третий год пошел. Да, это Мастерство. школа настоящих мужчин. Школа будущих мужчин. А, школа будущих, будущих мужчин. мужчин да. что, предпол... ну, что вы делаете, а, и что, какой, на какой результат цель? Школа будущих мужчин это проект, который мы запустили два года назад, сейчас ему третий год, это для мальчиков, которые воспитываются без отца. Ну, либо, то есть, у нас там каждый третий мальчик он из полной семьи, но это то, что называется папы, которые очень много работают на работе. То есть, как говорит один мой знакомый, мои дети выросли без меня, потому что я, говорит, уходил на работу, они еще спали. Я приходил с работы, они уже спали. А в выходные спал я. Потому что Надо говорит, было деньги зарабатывать. Поэтому а, мальчишкам сейчас действительно не хватает мужского воспитания. Особенно с воспитывается с мамами. То есть мама как бы ну, не может научить мальчика многим таким вещам. Вот. И этот проект, то есть, ну, мы четко понимаем, что мы не можем а, заменить им отца, но мы можем научить мальчишек всему тому, что их научил его настоящий отец. То есть это уверенность. Это организованность, настойчивость, ответственность, то есть те качества, которые и отличают настоящего мужчину с большой буквы, то есть вот просто мужчины, да, вот условно говоря, там в кавычках. Угу. Вот, и вот мы учим мальчишку вот эти вот качества. Как это происходит? А, какой возраст у а, ребят? Да, берем, значит, минимально с 11 лет, а, но вот у нас, значит, группы есть 11-12 лет, то есть это младшая группа, и где-то 14-16-17 лет это старшая группа, там до 18 ну, старше 18 там ну, практически не приводили, хотя один раз там мама привела, условно говоря, мальчишку, ему 30 с лишним лет. 32 года, говорит, возьмите это самое. Я такой, а ну, я, говорит, его родила для себя, вот, вот растила, растила, там сверх заботилась, а в школу за ручку водила, институт, чтобы поближе к дому, на работу устроила. Вот, а теперь мне, говорит, уже на пенсию выходить. Вот хочу, чтобы он стал мужчиной, чтобы он смог обо мне заботиться. Вот, я говорю, вы знаете, ну, вы жизнь у парня забрали просто, да, вот, а теперь хотите невозможного. То есть, грубо ну, говоря, пол пол жизни, да, самых пол главных. главных, то есть, ну, нет, я говорю, мы говорю, за это точно браться я не буду. Если хотите, можете попробовать обратиться к психологам. Но я вам честно скажу, тут работа лет на 5-6, это при хорошем психотерапевте и очень хорошей мотивации его и вашей. Угу. Вот, потому что ну, это действительно вот угробленная жизнь у парня, то есть ну, уже у мужчины, то есть 32 -го года это уже все-таки мужчина. Вот. А так, то есть, да, мальчишки приходят, то есть курс рассчитан на год а, с возможным продлением на второй, потому что, ну, вот как одна мамочка сказала, вот мальчишка пошел в 12 лет, потом у них там было где-то полгода перерыв, потом он снова, значит, пошел в школу, то есть мама позвонила, сказала, говорит, ну вот в 12 лет были одни проблемы, в 14 другие. Уже, говорит, и девочки стали интересовать, и вот летом, тут ребята с района уже, говорит, пиво предложили. Вот, ну, в 12 лет не предлагали, в 14 предложили, то есть, вот, вот надо, чтобы умел общаться, умел, умел сказать нет там То где есть надо. там что, лекции Нет, или... там тренинги? Там отработка навыков. Угу. А, отработка навыков значит как вести себя уверенно. А, мальчишки допустим, если говорить про уверенность, то есть они проводятся такие вещи, значит это а, младшая группа, то есть подойти на улице к незнакомому человеку спросить, как до добраться. Угу. Через несколько таких занятий а, они оставляют сотовый телефон у нас в офисе, они выходят, то есть и должны по городу без сотового телефона, то есть пройти определенный маршрут. То есть в 11-12 лет это бывает сложновато. Вот не все у нас как бы могут, то есть нынешние дети, которые сидят в гаджетах. Для ребят постарше задача тоже посложнее. Это, скажем, вот когда перед 8 марта, то есть они дарят цветы девушкам на улице, то есть надо подойти, поздравить, сказать комплименты. Да? Там 14-15 лет мальчику подойти к понравившейся девушке. для кого-то просто, для кого-то почти невозможно. Uh -huh. а, это навыки, значит, умение говорить нет, то есть как отказаться там, где это надо. То, в принципе видео есть, то есть мы приводили даже так условно говоря Тучкульгана, то есть да, вот который показывал на районе как общаться с таким контингентом, то есть да когда там мальчишки с района подходят, там пытаются поставить на счетчик, там или mm -hmm. предложить алкоголь, предложить наркоту, то есть как отказываться, что делать, что не делать, что говорить, чего не говорить, потому что мальчишки, скажем у которых отцов нет, то есть они зачастую там не знают элементарные вещи, да, то есть что как бы но мужчина должен отвечать за свои слова, то есть да вот они, то есть там, или, или не говорить того чего ты не можешь сделать вот. А потом ответственность то есть она, делается, она формируется так, что ребята берут каждую неделю задание, что они сделают а, в течение недели по дому, поскольку они живут вместе с родителями, да, то есть какой ответственности берут по дому, то есть что они будут делать там. Ходить за хлебом, убирать в своей комнате, может быть, готовить еду. А они берут ответственность по учебе, что они сделают в течение недели, и что они сделали для собственного развития. Есть такая вещь, как цена слова. То есть чем ты заплатишь, если ты не сделаешь. Вот. Одна из самых крутых вещей, вот цена слова, которая там вот у нас бывает, что ребята говорят, я, если я это не сделаю, я на сутки оставляю сотовый телефон в офисе. То есть сутки без сотового телефона да, для современного подростка это до до достаточно большая, такая достаточно серьезная цена слова. То есть, что сутки без интернета. То есть, и так вот, ну, в течение нескольких месяцев, то есть, это не сразу, это как бы там ни не одной недели или двух, да, но в течение нескольких месяцев, то есть формируется уверенное поведение, формируется ответственное отношение к тому, что делаешь, к тому, что говоришь. То есть, и к тому вообще, то есть как ты живешь? Ну вообще в, по по в подобных проектах как бы, государство нуждается, учитывая, какое у нас количество а а а неполных семей там, и Скаж так далее. Ск так... Скажем так, Акимат предлагал поработать вместе с ними. Угу. Но условия, которые предлагает Акимат, я не могу найти в городе специалиста даже за очень хорошие деньги, который бы работал на этом проекте. А то, что предлагает Акимат, то есть за такие деньги даже студент не готов работать. То есть, то есть они предлагают как бы оплачивать там зарплату преподавателя, причем 70 тысяч тенге, да, что такое 70 тысяч тенге в, в месяц для Алматы? То есть, найдите мне человека, который там, ну, тем более преподаватель, если чё, хороший психолог, то есть который, ну, вот за эти деньги впишется работать. То есть, поэтому вот мы отказались от этой вот идеи, то есть сотрудничать с Акиматом, когда предложение было, то есть то есть предложения от госорганов, в принципе, да, чтобы как-то сообща делать да. вот эти социальные вещи, они поступают, но ну, неадекватно по стоимости. Во-первых, неадекватно по стоимости, во-вторых, у нас в городе ну, не так-то легко найти хорошего специалиста, то есть даже за приличную зарплату чтобы они вот пришли, как бы поработали действительно специалисты, которые могут показать результат. Не просто там посидеть с мальчишками, поговорить о том, о сем, за жизнь, что называется, да, а которые могут поставить навык, который, скажем, там, через 3-4-5 месяцев, то есть, что, вот видно, что человек реально изменился, он стал увереннее, он стал раскованней, то есть, он стал ответственнее, да, он стал настойчивее, что он может делать что-то такое, чего он раньше не делал. У нас, в принципе, как бы таких специалистов не очень много, да, ну и... Когда Акимат предлагает ну, такие вот совсем смешные цены, вот, если, если просто с детьми вот посидеть поговорить, то да, наверное, кто-нибудь там, какой-нибудь педагог на пенсии, то есть, с удовольствием на эту зарплату согласится. Но будет ли результат, это вопрос. Да, а вот социальная адаптация подростков, вышедших, скажем, из мест лишения свободы, или же которые переступили закон и, скажем ну, так, имели с ним проблемы. Вот с такой категорией вы работаете, может быть, мамы приводили? Нет, вот. же, так, таких нету. Таких, таких То есть нет, они это... не приходят они... или вы их за них не берете? Нет, они не приходят. То есть там вот никто не обращался. Вот. К нам, как правило, если, если мальчишек мамы приводят, это, ну, в половине случаев это избалованный мальчик. Ну, например, вот, может быть, ну не в половине, может быть, одна треть. То есть избалованный мальчик, я вот про себя так вот э, сижу и думаю, что иногда глядя на таких мальчишек, общаясь с такими мамами, я четко понимаю, почему от них ушел супруг и почему не привели мальчика. Потому что, да, вот, допустим, занятия. Парня нету, звонишь маме где? Ой, извините, мы проспали звонишь маме, он домашнее задание сделал, а я не знаю. Он ничего не говорил, а вообще вот чем он занимался в течение недели? Я не знаю, чем-то там занимался. Ну понятно, что как бы вот там достаточно сложно, но мы, мы нашли подход, то есть как работать в таких ситуациях, то есть мы стали строить все вокруг самоуважения, то есть поступать так, чтобы уважать себя, не поступать так, чтобы себя не уважать. Вот следующая категория, которая приводит, это когда вот отца, то есть мама нормальная, адекватная, все классно, но вот отца нет, она не понимает, то есть вот как мальчику объяснить, то есть вот а как в компании сказать нет? Да? А как в компании, допустим, отказать и чтобы, допустим, ну, в глаза Не стать изгоем, да, не, стать. не стать изгоем, то есть в глазах uh -huh. не упасть. А что делать, если, допустим, в школе буллинг? Да, вот мальчишку, допустим, травят, да, вот как ему поступить? То есть пойти пожаловаться, а можно или нельзя, на на или не на то есть можно или не можно делать. Какие будут последствия? Или саму решать проблему, или промолчать. Вот такие вопросы, да, вот. Ну, тогда, вот, когда мамочки такие, они обычно очень мотивированы, то есть они понимают очень адекватные, зачем они пришли, чего они хотят, то есть они всегда очень четко то есть, там, и, и стараются не пропускать занятия, то есть с домашними заданиями там всегда все великолепно. То есть там результат всегда нормальный, хороший, стабильный. То есть, вот. И, к сожалению, у нас есть мамочки, которые по привычке, это, как правило, в марше группах. То есть, ну вот он ходил в развивайку до школы, вот что-то там в началку было, ну пусть еще сюда походит. То есть там результат как бы не особо важен, ну, ну пусть он что-нибудь занимается. То есть, да, вот, когда там мальчишки начинают показывать результат, ну, кого-то из мамы тут устраивает, ⁇ классно, будем дальше ходить, они вот переключаются во вторую категорию, а кто-то говорит, да нам, собственно, это вообще не надо было. Типа там ходит, и ходишь, а там у меня пару часов времени свободного было. Нет, ну, допустим, вот пришел малыш, да, который был, ну, совершенно с детской э, психологией, да, и э, удивил свою маму тем, что он чему-то научился. Вот чему, чем в основном удивляют, особенно а... малыши? Ну, не малыши, я говорю, мы, малыш, 11 лет, мы практически никого не берем. Ну, потому что а там родители очень буду. сильно зависят, как бы. Вернее, дети очень сильно зависят от родителей. А, чему удивляются родители? Ну, во-первых, удивляются тому, что он начинает делать что-то по дому, начинает делать что-то по учебе сам. То есть мы учим, мы учим мальчишек следующему, что ты сам решаешь, что ты сделаешь. Это твое решение и твоя ответственность. Если тебе что-то родители говорят, сделать или не сделать, ты можешь согласиться, можешь не согласиться. Если соглашаешься, то этот твое решение. Это уже не решение родителей, если ты согласился. Но если не готов, ты можешь там договариваться и говорить, что нет, я это делать не буду потому-то, потому-то и потому-то, сделаешь что-то другое. Но если ты живешь с родителями, ты должен что-то делать по дому. Должна быть твоя зона ответственности по дому. И она только твоя. А если ты учишься, ты учишься для себя. И это тоже твоя зона ответственности. То есть что ты сделаешь в течение недели на учебе. И ты должен что-то сделать для своего собственного развития. Читать книги. Да, да, да. да. Читать книги, заниматься спортом, Uh, учиться каким-то дополнительным навыкам. Uh, есть у нас ребята, которые, ну это обычно уже продолжающая группа, когда, допустим, мальчишка для собственного развития, да, я постараюсь uh, всю неделю не психовать, то есть постараюсь не дергаться, то есть, да, это, вот, это уже немножко другой уровень, то есть, они начинают с меньшего, потом они сами выходят постепенно на такой вот уровень, то есть, uh, я постараюсь всю неделю не буду раздражаться. Если, допустим, я где-то на кого-то в течение недели сорвусь, она, моего слова, допустим, вот такая вот. То есть в конце недели приходят, ну, я вот это сделал, вот это не сделал. То есть, вот. А они вообще между собой дружат? Раз По-разному, мы стараемся не, не сдруживать компанию, мы все-таки больше на индивидуальный подход. Uh -huh. Потому что если в лагере работает коллектив, да, вот детский коллектив, они все здесь, то здесь все-таки мальчишки, конечно, какие-то вот взаимодействия между ними есть, но каждый из них в отдельной школе, живет в отдельной семье. Да, там есть как бы и мальчишки, которые там, ну видно, что мама там последние деньги приносит, да. Вот, бывали мальчишки, которые там на охраны приезжали. Поэтому тут уровень разный, и проблемы и не те же. Понятно. Это была программа ⁇ Диалоги ⁇ У нас в студии был Александр Шевченко, социальный предприниматель, который посвятил себя работе с детьми и работе ради детей. Смотрите нас в следующих выпусках. Спасибо огромное, Саш. И до встречи.